Спасибо за приглашение, и я полностью солидаризируюсь с Маргаритой Симоновной по поводу той высокой чести, абсолютно серьезно. Мне проще, чем Маргарите, потому что я никуда не девался, я человек советской формации, давший когда-то присягу советской армии, и поверьте, я нахожусь на родине. Я нахожусь на своей родине, как я находился на родине, когда мы ездили на Донбасс, как я нахожусь на родине, когда я езжу в Армению, в Грузию. Давно в Грузии, правда, не был. Вот. Но, думаю, эту заколонку тоже когда-то решит время. Я рад, что открылся этот центр по той причине, что нам, советским людям, рассказывать, что такое Абхазия, не надо. Это часть нашей жизни. Я вспомнил, что последний раз именно в Сухуми, когда был позже, я был в 79 году. Прогулявшись по набережной, я почувствовал себя как в детстве. Значит, что-то родное осталось. Но речь-то не о моем поколении, а речь о других, о юных, о молодых, о неродившихся еще, которым надо рассказывать, что мы часть одной культуры, что мы часть одного пространства. Мы имеем одни и те же воспоминания, одну и ту же память, и одни и те же могилы. Именно для этого и нужен ваш центр. И я опять же солидаризируюсь с Маргаритой. Все, что я лично могу сделать, и люди, которые работают со мной, мы будем делать все для того, чтобы в России узнали про эту замечательную, великую, древнюю и безумно красивую землю. Дай Бог всем вам здоровья.